Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас следующая сказка про кошку Вьюшку. Вы знаете очень много сказок различных. Про кота в сапогах, про других котов тоже. А про Вьюшку у нас еще не было стихотворения. И вот Борис Захадель написал это стихотворение про кошку Вьюшку. Есть много известных кошек. Не говоря о котах, прославленных в разное время и в самых разных местах. А вот наша Вьюшка отважно вступает в их избранный круг. Простая рыжая кошка, почти без всяких заслуг, славным именем украшен кошачий род. Кот, который наплакал, кот-ученый, чеширский кот, кошка из кошкина дома, как забыть о ее судьбе? Первая кошка, которая бродила сама по себе. В древнем Египте кошки числились даже в богах. Если на свете невежа, незнакомый с котом в сапогах, и к этим-то славным кошкам и знаменитым котам присоединяется Вьюшка, которая спит не там. Да, Вьюшка не ищет покоя, уюта и темноты. Того, что ищут все кошки и некоторые коты, не там она спит, где надо, а только наоборот, где, там, где спать не подумает ни кошка, ни даже кот. Вы спросите, и за что это? За это с ней слава пришла? Не за какой-нибудь подвиг, а за то, что она спала. Вы скажете, так не бывает. Вы фыркнете, ерунда. Вы, может быть, расхохочетесь. А я вам отвечу, да. Да, можете не сомневаться, я вам скажу в ответ. За это и только за это воспел нашу Вьюшку поэт. И верьте, на громкое имя имеет она все права. Она в своем деле добилась небывалого мастерства. Видите, кошка Вьюшка рыжая спит на книжках. Теперь дальше посмотрим, что у нас там с ней приключилось, за что она заслужила. Что про нее даже отдельно оду написали. Кто может спать в мясорубке, если мама готовит фарш? На граммофонной пластинке, когда исполняется марш под душем, когда купаются, на венике или метле. А Вьюшка, не сомневайтесь, спит себе тут, как тут. Нет, места в нашей квартире, где бы она ни спала, от А абажура до Я ящика письменного стола. Вы можете перечислить, если сможете, весь алфавит, ручаясь на каждой букве. Эта рыжая кошка спит, спала на дверном засове, когда прибивали засов, спала на секундной стрелке и на маятнике от часов, спала на страницах журнала, и я с ней дремал заодно, и даже спала на подушке, что строжайше запрещено. Надеюсь, нет, я уверен, теперь вы согласны со мной. Слава досталась Вьюшке отнюдь не дешевой ценой, недаром толпы поклонников так и ходят за ней по пятам, просят автограф у кошки, которая спит не там. Видите, какая интересная кошка? Спит везде, где попало, и на мясорубке, и на маятнике от часов, и на венике, и на стуле, и в ящике, и на пластинке, и даже на абажуре. Ну вот, всего доброго, ребята!
До следующей встречи и пока-пока!